И всем кучки ребятусики, с вами как всегда Дус. Сегодня я вам расскажу, как установить Windows LTC с флешки, либо с диска. Ну а мы начинаем. Для начала, что мы должны с вами зайти, это через флешку загрузиться, либо через диск. Дальше, ребята, мы можем здесь с вами... Здесь FLB Launcher, это у нас получается установщик, наш помощник. Здесь иногда баги присутствуют, но ничего страшного. Мы можем здесь, допустим, выбрать оптимизацию. Ну, Compact OS, это у нас означает компакт. Ну, то есть, чтобы он не зависал, это другое. И чтобы он нам установил драйвера. Также настройки Internet Explorer можно сделать, настройки Windows Media Player, отключить автоустановку драйверов, но это типа, чтобы он отключил установку драйверов, чтобы вы сами установили. Дальше отключить файл подкачки, переключение раскладки Ctrl-Shift, схемы питания высокой производительности, ну и так далее. Дальше можно активировать Windows, то есть можно с помощью активатора. Ну, я бы вам не советовала, лучше брать ключи. Если что, у меня скоро мой сайт откроется, там буду иногда ключики продавать. Перенести папку профили пользователей. Установить 7-Zip и Start is Back. Ну, 7-Zip, я бы вам не советовала ставить галочку, потому что здесь Start is Back, он вам поменяет это, не пуска. А это вам не надо, наверное. Ну, а 7-Zip вы можете сами установить. Также можно установить Microsoft Store. Ну, давайте, допустим, мы с вами поставим. Нажимаем установку. А давайте пока что посмотрим комменты. Нам говорят I'm Sleepy. Сделай видео про самую дешевую сборку и самую дорогую, а потом сравни. Если покупать не надо, просто сравни так. Хорошо, я постараюсь. Моломан сказал, сделай сборку самого дешевого геймерского ПК. Хорошо, я сделаю. Ну, если вы хотите тоже такое, чтобы я снял такой ролик, то ставьте лайки, а подсказочка будет справа. Дальше, ребята, можно здесь с вами выбрать диск. А, допустим, у меня здесь стояла винда. Ну, давайте сформатируем с вами диск. Также мы можем удалить, да. И вот этот ударим, да. Так. Ну и все. Мы дальше выбираем с вами диск. И нажимаем далее. Хорошо, теперь перезагружаем компьютер. Хорошо, давайте теперь назовем нашего пользователя. В моем случае будет администратор. Нажимаем далее, можем пропустить пароль. И все, ребята, осталось нам только установить драйвера, если вы, конечно, не указали автоматическую установку. Также у нас добавился наш дорогой Microsoft Store.
когда будет выходить обновление от флейбастера. Ну, хотя он уже, наверное, не рабочий. То Microsoft Store может обновляться. Обновлений у нас пока нету. Если на устройстве отсутствуют важные исправления, то, наверное, обновлений не будет. Хотя есть какие-то обновления. Допустим, обновление для Windows 10 version 1800. Ну, и там все другое. Я читать все не буду. Ну а с вами, как всегда, я был Антос. Всем удачи и всем пока-пока.